on the run, you see. I have lost everything. My wife. My son. My cat. I did not lose them in that order, though. I lost my wife first, then my cat, then my son. So, wife, cat, son. You ever thought of becoming a professional storyteller? Because I gotta tell you, your sense for crucial information is just... Reese. Всем привет, с вами GK, мы вернулись за Tales from the Borderlands и слушаем профессора Накаямара. Может быть, это он, но не факт, кстати говоря. Простите меня, было довольно давно, когда я говорил с людьми. Возможно, я забыл, как говорить с людьми. Вы должны понять, я страдал месяцами в изоляции. Бездомный. Сломленный, постыженный. Я добрался сюда всего лишь минут назад, так что я просил... Я просил бы вас уйти. С моими демонами и уйдете. That's a sad story, but I still don't trust him. Me neither. Не доверяем, мы нашли одежду. You're gonna tell me it's not yours. Ты скажешь, что не твои? It's the exact same outfit you're wearing right now. Это то же самое, что ты носишь сейчас, или это просто странное совпадение? You know, you seem like an intelligent man. Вы говорите, умный человек. Спасибо. Я умный. You've probably figured out by now that the easiest way to самый простой способ, чтобы ты рассказал нам правду. I'll tell you what you want to know. Я скажу, что хочешь знать. Следуйте за мной. Бункер в этих джунглях, я думаю, что содержит апгрейд, который вы ищете. Я бы мог рассказать больше о том, что внутри, но я не был достаточно храбрым, чтобы это проверить. Проблема, что автоматическая система безопасности Atlas окружает бункер. Как всегда, если бы вами, я, слава богу, не вы, я получил доступ к башне безопасности, которая находится там. Я могу попасть внутрь и не обесточить, а, ну, короче, выключить систему защиты легко. Не просто, не просто. Но это ваш лучший вариант. System, huh? Just realized the acronym for that is ass. Yeah, that's probably why no one calls it that. Вот почему так не называют никто. Oh, usual medley of turrets and laser grids. Self-regulated, self-controlling, all lethal, of course. Reese, that sounds like something you can handle, right? Ты можешь справиться с этим, да? In my sleep. So we're done talking then? Так что стоит... We can actually go secure this upgrade now? Можем получить апгрейд. While Mr. Robot Фиона, пока... мистер робот. Мистер роботизированный глаз, короче, пойдет в башню безопасности и взломает оборону. Мы пройдем бункер и возьмем апгрейд. You and I will infiltrate the bunker and grab the upgrade. Let's get this gorgeous piece and get out of here, huh? Oh, you and I? Так, хватит смущаться. Yeah, let's work together on да, поработаем вместе. Хватит, а, поправить okay, волосы. Little update from me, which is... I feel terrible. Not good at all. And I'm sure I've got some residual nerve damage. Oh, almost certainly you do. Right, thank you for that input. So... Может быть, я отдохну здесь, если всем пойдет. Да, я пойду с Ризом. Ладно, у Фина есть девушка, так что Фион, не обольщайся. Используй компьютер и найди все, что можешь об Атласе, Гортисе или Хранилище. You've come to the right man. Ты нашел правильного человека для этого дела. Так, вон, ты пытаешься Фиону, что ли, склеить? All right. Я не понимаю, Everyone тут флирт какой-то идет. Yeah. Все знают, что like делать. This, что может пойти не так? Все пошло не так, сейчас окажется. Ну, а как обычно бывает, все идет не так.
So, despite my incredible leadership efforts going unnoticed, Sasha and I went to go brave the catwalks and find the security. Пошли с Сашей найти станцию безопасности. Твою налево, там глаз. How are you not permanently damaged from all this brain trauma? Как ты постоянно не травмируешься от мозга? Просто спроси Васкиза. Never mind. Неважно. Хм. Perfectly fine, huh? Все что-то нашли там. Интересно, что. Еще он без шляпки, жалко. You're not as useless as I first thought. Ты не бесполезен, как я думал сначала. I mean, when I first saw you guys, I thought, wow, no wonder Hyperion. Вот почему Гиперион не такой, как. Hyperion isn't what it used to be. I guess you're not so bad yourself. Thanks. Господи, я выбираю вариант, который приводит к флирту. You know, when I first saw you at the deal with the nose ring boy, I thought. Они даже не знают, что они собираются, что они делают. Ты не ошибался. Вы были близки? No. Нет, но он думал, что мы были. August was a mark. Nothing more, nothing less. Август был просто целью. Nothing less? Ничего больше, ничего меньше. Я не знаю, почему я сказал. Вот должна была. Ты провел некоторое время с кем-то, ты видишь ту часть, которую не ожидал. Так он был повернут о пушках, да? Exactly. Именно так. Такой неудобный разговор, если честно. Wow. Ух ты, красота. Yeah. Медузки. Медузки. Не касаться медузок, опасно. It's just so beautiful. Красиво? Yeah. I've never seen anything like it. Я никогда не делал ничего кроме. Let's see where this goes. Ну пойдем посмотрим, куда это ведет. Думаю, так же. Ой-ой-ой. Окей, we are. Мы довольно высоко. You have a problem with heights? У тебя проблемы с высотой? Sometimes. Иногда, когда я смотрю вниз. Well then, don't look down. Когда не смотрю вниз. Воу. Don't be scared. Не бойся. I won't let you fall. Я не позволю тебе упасть. Okay, come on. Wow, you made that look really easy. Это выглядело довольно просто. Well, that's 'cause it is. Потому что это так и есть. Right. Да. Okay. Давай. Go time. В смысле Q нажать? А! Ладно, я на Q нажимал вообще. Окей. Okay. Yeah, that was да, это было не totally страшно. Not scary. If you thought that was scary, you Oops. Should try looking. No! Что это за чертовщина? Ну кого-то потревожили? Hope you brought some bug spray. Здесь ты захватила спрей от насекомых? Саша! I'm all right. Я в порядке. Okay. Не смотри And вниз. И стошни на меня. Не обещаю. Давай, ты сильный рис. Да, конечно, должен. Robot arm stronger than regular arm. You're doing great. Ты справляешься. Ну да, она реально там просто. Но ты все равно слабак, рис. Давай, признай это, что ты слабак. Давай, давай, давай. Ты справишься, слабак. Oops. Going faster. I'm going as fast as I can. It's gonna go. Hold tight.
Держись. Сейчас кажется, что невысоко, да? Да, Саша уже спрыгнул даже. Или нет? Просто держись. Рис, я отпускаю. Нет, Саша, я не отпущу тебя. Там просто невысоко осталось, я знаю. Ты должен довериться, я помогу выбраться. Нет. Не драматизируй. Да, мы близко к земле, не так ли? Ты умеешь драматизировать. Ты сказал мне не смотреть вниз. Да, ты можешь спрыгивать теперь. Да. Воу-воу. Легче. Okay. Ты можешь спускаться, да, да, да. And for the record, I didn't let you fall. Могу я тебе не упасть. Ooh. Не позволю тебе упасть. Мы справились. Я думал, ты жертвовала, чтобы я мог спастись. Нет, я бы этого не сделала. Nor would I expect you to. Hence the whole screaming. Господи, зачем я выбрал этот вариант? Я не буду это переводить. Нам нужно забраться вперед, либо просто пойти. Пойдем по более красочной дороге. Ну, пойдем. Мы Фионой сейчас будем управлять, я так понимаю, да? И правда. Прошлые руки были затянуты, поэтому я думаю, что это мы покороче сделаем. Это просто деревья. Ты можешь говорить, что ты не восхищена. Beautiful vistas and tremendous violence often go hand in hand out here. I say this as someone who has been inside the moon. Короче, что насилие и красота идут вместе. Апгрейд для Гордиса по той стороне. Пойдем. Может, не подходить? Нет. Что это за чертовщина? Это возможность. Тебе понадобится... Мне больше ничего не нужно. Я могу спрятать в рукаве. Использовать различные ментальные эффекты. Ух ты ж, нифига себе. Нифига пуль. Что это? A backup plan, only for emergencies. It's your lucky bullet. Everyone has a bullet out there with their name on it. If you're lucky, the one you got there is yours. Если повезло, то есть пуля с твоим именем. You don't want it. Ты не хочешь, чтобы она вернулась к тебе. So now I. Now you take it down. Теперь ты. Ага. Ну, и... Я же не ошибся, да? Не ошибся. Ты должна сделать кое-что. Ну, если бы она убила только что. Не убила. Как ты станешь настоящим охотником за с этими за хранилищами, такие маленькие неурядицы не будут убивать тебя. Ты называешь меня охотником за хранилищами, но я не такая, как ты. Не могу кидать щит или становиться невидимой, невидимой. Единственный мой талант говорить с людьми, пока они не будут
смущены. Мы не берем свои таланты, смотри. Думаешь, я бы хотела... Я бы выбрала щит, чтобы защищать себя. Я научилась это делать. Провел всю свою жизнь, переигрывая своих противников. Сделай так же. Смотри, и, типа, сейчас скажу, увидеть результаты до того, как ты действуешь. Плохой выбор, наверное, да? Спасибо, что помогла. Было несложно, не так ли? Фиона, охотница за хранилищем, мне нравится. Пойдем. Чем раньше мы проапгрейдим Гортис, тем раньше мы уйдем отсюда. Да уж, убийственный сад, это интересно выглядит. Мне кажется, что эти медузы очень опасны, как и те летающие штуки, которых мы спугнули. Прошу прощения. Так, идем. Ну, идем. Почему нельзя бежать? И глаз не работает. Ну, ладно. Так. Я бы не стал это трогать. Обалдеть их сколько. Я бы сказал, что они очень опасны. Если по всему охраняет это дерево или что? Нет, Саша. Ты думаешь, что ты видел все? Думаешь, что не можешь быть удивлен? Нет. Нет, нет. Ой. Я хочу просто показать Фионе. Ты заслужил это. Да, заслужил. Правда, я бы не сказал, что... Они довольны, да. Что за чертовщина? Вот почему мы не можем... иметь ничего хорошего. Красный значит плохой, правда? Ой. А куда ты оставил Сашу? Туда. Что-то медленно, наконец. Нет. Ой-ой-ой. Сейчас будет очень-очень быстрый спуск. А, нет, наоборот. Очень медленный подъем. Это странно. Как-то мне забавно получилось. Нам туда. Окей. Ой. Что за черт? Я думал, Рис уже разобрался. Ты можешь справиться сама. Хм. О, черт. Hi, да, Джейни. Афина, где ты? Продолжай. Я на... типа... Я просто доставляю... Ну, это должно ее, наоборот, разоружить. Ну, хорошо. Да почему ничего не работает-то?
А, коррозия, понятно. Коррозия металла, точно. Да, я знаю. Пора бежать, еще одна доставка. Увидимся скоро. Пока-пока. Что? Не хочу ей врать. Стоит сказать ей правду? Просто пойдем. Но, с другой стороны, да, лезть в чужие дела не стоит, но, блин, врать своим любимым себе дороже. Ну, в смысле, не стоит. Есть идеи. Подожди, у меня кое-что есть. Это глаз? Ну да. Почему ты носишь глаз? Я думал, пригодится. See, it came in handy. That is so weird. You're carrying that around is. Ты носишь с собой странные вещи. Это. Я видел много странных вещей. And I have seen a lot. It is not that. Oh my God! Yes. Да, да, это так и есть. Чё ты, Фион, засмущалась, как будто не знаю, героиня детства встретила. Наверное, стоит завершать, немножко закругляться, но... Сейчас следующее сохранение нас ждет. Что за наставница, реально? Ну, ментор-наставник, логично. Я вспомнил перевод слова из предыдущей серии, позапрошлой серии, я уже не помню. Опа. А вот и апгрейд для Гортиса. Для Гортиса. Отлично, давай возьмем и пойдем. Сейчас будет какая-то подстава, я вам отвечаю. Не может быть все так просто. Я думал, твой друг отключит все. Фиона, все в порядке? Выключайте турели. Хм. Выключайте их сейчас. Окей. Давай. Так. Ой. Whatever you gotta do, you should probably do it faster than you were planning. Должен сделать быстрее, чем ты думаешь, чем ты планируешь. Не надо что-то нажимать там или что-то еще. Так, а что мне делать? Понятно, я, кажется, понял, что нужно сделать. Это найди два. This is not progress. That's my bad. А, понятно. What exactly are you doing? Well, I'm trying to patch into some. Не то, не то. There are a lot of different systems in here. Вот турели и вот турели. Это не турели. You see that symbol in the top right corner of the screen? See, that's what I'm looking for. I don't see anything. Oh. Вот, вот, все нашел. Раз и два, быстро, быстро. Все. Капец, долго пришлось повозиться. There we go. Ну вот и все. Саша, посмотри. He's an Atlas scientist? Он ученый из Атласа? Это нехорошо. Come on! Вперед. Of course. Ну конечно. Так. Окей. На этом, пожалуй, стоит. Мы безопасны за этим щитом, пока если нас пострелят.
все, они сейчас выключиться должны. Быстро бери апгрейд для Гордис. Сейчас какая-то фигня еще произойдет, я чувствую. И бегом. Я думаю, что это оно. Знаешь, что оно делает? It gets us one step closer to a vault. Она приближает нас к хранилищу. This is good. Мне нравится. If this is what being a vault hunter is like, вот что значит быть охотником за хранилищем, то я хочу это делать. Есть потенциал, но настоящая погоня за хранилищами — это жизнь для одиночек. Тебе придется прощаться со всеми отношениями. Давай вернемся, чтобы эта штука сделала то, что должна. Это то, что, чего ты искал, да? Каковы шансы того, что ты нашел кусок, этот кусок, когда Фиона рассказывал про него? Думаю, просто повезло. Sure. Lucky. Ну да, повезло. What do you want with that thing? Зачем тебе эта штука? Clearly you know what happened. Ты знаешь, что произошло. If I knew everything, если бы я знал все, вы бы не были здесь. I'm saying I would have killed you. Yeah, да, мы поняли. Все, я думаю, на этом заканчиваем. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Не переключайтесь.